иное измерение русской культуры. Иван Алексеевич Бунин. На Днепре. Читает Евгений Бразов-Брушковский. За мирным Днепром, за горами, заря догорала светло. И тепел был воздух вечерний, и ясно речное стекло. Вечернее алое небо гляделось в зеркальный затон, и тихо под лодкой качался в бездонной реке небосклон. Далекое, мирное счастье. Не знаю, кого я любил, чей образ и нежный, и милый так долго я в сердце хранил. Но сердце грустит и до ныне, помню тебя я, как сон, и близкой, и странно далекой, как в светлой реке небосклон. 1896 год. Читано по изданию. Полное собрание сочинений Ивана Алексеевича Бунина. Том 1. Петроград. Издание товарищества «Маркс». 1913 год.